Топ-5 продуктов этим летом, которые я использую от Дутера. На самом деле было очень-очень непросто выбрать эти 5 топ-продуктов. Почему-то, потому что продукция Дутера, эфирные масла и другая продукция вошла в мою жизнь очень-очень крепко, да, и заменила собой большой ранч других продуктов, поэтому было сложно выбрать, но тем не менее я постаралась. Итак, тут не от 1 до 5, потому что мне очень сложно выбрать, что же номер 1, номер 2, номер 3, потому что они все равнозначно важны и все являются частью не только моей жизни, да, многие еще и моей семьи. И первое — это то, чем мы пользуемся все время, ежедневно, 2 раза в день, это зубная паста Ангард. До этого использовали обычные пасты из магазинов, и вот когда я купила первый раз эту пасту, я поняла, что значит паста, которая чистит зубы. Была настолько огромная разница между обычными пастами и этой в ощущении чистоты во рту, что поразилась не только я, но вся моя семья. И после этого эта зубная паста стала пастой номер 1, без которой мы уже себя больше даже не представляем жизни, да? То есть она у нас всегда есть в запасе и всегда она с собой. И, конечно же, поскольку сейчас лето, что еще у нас? Перечная мята номер 2. Капельку перечной мяты на зубную пасту добавляю для усиления эффекта, да? То есть мы знаем, что эфирные масла дополнительно убирают бактерии, очищают, а перечная мята у нас еще освежает, да? То есть она работает еще и на освежение и охлаждение. Вот, поэтому она у меня сейчас идет вот так, но и не только так. Сейчас здесь, в Болгарии, где я живу, днем 33-34 градуса в тени, и это достаточно тепло. И, конечно же, как я охлаждаюсь, это при помощи вот этой вот перечной мяты, потому что она шикарнейше охлаждает. Да, то есть что можно сделать? Капелька, я прям беру чистую, но если вы не пользовались маслами до этого, то я рекомендую сделать в разведении. И куда? На спину, вот сюда, да, на затылок, где жарче всего под волосами в первую очередь. Это можно вот сюда тоже, за ушами, и прямо идет прохлада. Главное не делать много, вот одной капли действительно достаточно, потому что если больше, чем одна капля, можно даже переохладиться. Дополнительно можно сделать шикарно, залить 5 капель на 30 мл и сделать спрей. Спрей лица, спрей тела, очень приятно, и можно брать с собой. То есть вот это вот то, что сейчас мама прописала, да, погода прописала. Следующее, то есть у нас тут 2 продукта, но на самом деле они так вместе. Следующая моя любовь, это сейчас Spa Body Butter. Шикарнейшее масло для тела. Оно очень густое и оно не жирное, да, то есть оно густое, но вот жира оно не оставляет, оно впитывается моментально. И тут у нас и жижаба, тут разные масла, да, то есть оно очень хорошо для таких сухих поверхностей, как стопы, пятки особенно, да, которые летом страдают больше всего. Это, конечно, руки страдают, да, вот я, например, смогла вывести при помощи крема и эфирных масел пигментные пятна, которые стали появляться на руках особенно. Сейчас нету, прямо радуюсь, смотрю, и прямо они помолодели, да, до этого они уже были такие с морщинками, тонкой кожей, вот было уже так не очень радостно смотреть на свои ручки. Сейчас я смотрю, и я радуюсь, я думаю, боже, они помолодели, стали лучше, то есть это очень приятно. Вот тоже, да, локти, то есть любые такие
поверхности и, конечно же, вот здесь, да, то есть вот эта вот часть у нас сейчас открыта, я ее закрыла специально, вот, но она у нас открыта в большинстве случаев у меня, по крайней мере, летом, и она нуждается о заботе. Там то же самое, пигментные пятна, с возрастом появляются, что у нас? Появляются морщинки, все это становится некрасивой. И если даже мы работаем над лицом, то шея и зона декольте, когда они открытые, они прям очень нуждаются, ну и руки, конечно, да, в нашей заботе. И вот этот вот Body Butter вместе с эфирными маслами еще добавляет, да, добавляя сюда, делая сыворотки, прям шикарно восстанавливает и омолаживает эти зоны. Следующее, без чего я не мыслю свой день, это серия Вираж для ухода за лицом. Прямо купила ее и обожаю, обожаю. Здесь у нас очищалочка, да, то есть очень такая легкая, пенистая, шикарно приятная. Аромат шикарный. С эфирными маслами, то есть очень ее люблю. Дальше у нас идет пшик-пшик тоник. Тоник он у нас пенится, пенеобразный, да, и вот я наношу сюда шея и вот эта зона декольте для того, чтобы насытить водой, да, на... Здесь тоже у нас эфирные масла есть. Это тоже с эфирными маслами, тоже шикарный аромат. Причем я сейчас стала очень хорошо отслеживать, если есть в какой-либо косметике или в какой-либо продукции химия. Я прямо чувствую, вот после использования 1.5 года эфирных масел, я прямо чувствую, где есть химия, я ее не могу просто бэ. Вот. Следующее, шикарнейший серум, увлажняющий с эфирными маслами, косметическими хирургами, анти-эйдж. Если вы в возрасте, как я, да, 50, 45, 50 плюс, то вместо того, чтобы использовать 2 раза в неделю, мы используем каждый день, и эффект не замедляет. Аромат, я очень хорошо чувствую здесь ладан. Ну, еще и другие масла тут есть. И, наконец, увлажнитель, который ложится наверх. Летом прямо шикарно, потому что очень легкая формула, очень приятная, и прям ей хочется использовать. Следующее что? Это смесь Terra Shield. Угадайте, от чего она? Кто знает? От наших кровопийц, которые как только вечер, слава богу, днем здесь не так много, но как только вечер начинают жужжать всякие. Вот Terra Shield работает шикарно. Я беру с собой в дорогу, если я иду гулять, я делаю смесь с водичкой здесь, да, те же самые 5 капелек на 30 мл. Я беру и пшик-пшик-пшик-пшик-пшик-пшик. В принципе, меня не кусает во время прогулки. Это очень удобно. А дома, если мы сидим на улице, то я ставлю Terra Shield в диффузор, ставлю возле ног, и к нам никто не прикасается. Это прям спасение. Следующее, если я еду куда-то в город, то я беру с собой On Guard. Это спрей для рук. Для рук. То есть от различного рода вирусов, бактерий. Сейчас везде, особенно летом, да, они цветут и пахнут. Поэтому сходили в магазин, где-то что-то потрогали, спрей, чик-чик-чик-чик, и все, и ручки чистые опять. Причем они не сухие, он не сушит, да, а это полезные эфирные масла, которые ухаживают за кожей. Вот, чем мне очень нравится. Конечно же, новый продукт в Европе – это Deep Blue вместе с Копайбой. Это от различного рода болей. Если долго сидела, да, то вот наша вот эта часть. Если долго ходила, то ноги. Если в каком-то положении, да, спина болит или что-то, вот это вот палочка-выручалочка. Очень хорошая. Ну и, наконец, баланс. Баланс я использую на стопы каждый день. Утром и вечером, для заземления, для балансировки, для гармонизации гормональной системы, для спокойствия и как антистресс,
Вот, очень хорошо работает, шикарный такой хвойный запах, очень-очень нравится. Вот, одно удовольствие. Ну и, наконец, последнее, без него никуда, это лаванда. Это ушибы, это порезы, это укусы, да, вот еще они хорошо вместе с чайным деревом, и дополнительно можно с перечной мятой. И еще чайное дерево сюда, и делаем смесь, и от укусов больше. Если вдруг кто-то все-таки укусил, прорвался, да, через нашу защиту, то вот оно спасает от расчесывания и вообще перестает чесаться. Поэтому вот это мои 5 продуктов. Поделитесь, какие ваши любимые, что вы используете. И если вдруг у вас чего-то нет, или вы решили, что вы хотите использовать продукты, пишите мне или тому, кто вас пригласил.